Доброго времени суток, друзья, и приветствую всех на канале Airzone Game. Сегодня нам с вами выпала уникальная возможность посетить проект, который называется Prime Life на базе игры Arma 3 Role Play. Но этот проект еще не открыт. Он находится на стадии тестирования и доделывания, допиливания каких-то технических моментов, но он уже играбельный, он уже как проект уже сформировался. Есть много еще недочетов, которыми, над которыми сейчас работают в общем-то разработчики, но мы с вами можем зайти и посмотреть, что же нас ждет. И я вам скажу честно, что проект мне очень понравился. Забегая вперед скажу, что очень много интересных решений, абсолютно новых механик, но это все я хочу вам показать. И начнем мы с входного меню, которое сейчас перед вами. И мы уже можем заметить, что полностью изменена и геометрия, и ландшафт. Также изменены и иконки. Иконки абсолютно свои, опять же таки уникальные. Давайте потихонечку заходить на сам проект. Здесь я не смогу подойти традиционно, как это обычно делается на стандартных проектах. Потому что здесь нет такого места, которое надо сразу же показывать. Как таковой площади которые обычно присутствуют на стандартных проектах, здесь нету. Здесь просто есть город. Город, который выглядит вот так. И это город Ковала. Скажу сразу, что переделаны абсолютно все города на карте. Не только Ковала и не только центр Ковала, как мы привыкли это видеть. Переделаны все города на карте абсолютно по-другому. Но мы это потихонечку, продвигаясь по этому проекту, все увидим. Ну а начнем, естественно, с города Ковалы. Как я сказал, никакой центральной площади здесь нету. Здесь есть просто переделанный целый город. Ну и вот такие вот виды мы сейчас видим при заходе на этот проект. А фишкой именно вот этого города является подобранная под единый стиль архитектура зданий. Здания есть разные. Есть малдейские, есть алтийские, но вот здесь подобрали именно вот э, под один стиль весь город. И вы можете заметить, что, например, по одной стороне улицы стоят белые дома с синей окантовкой, а по другой стороне улицы есть дома с коричневой окантовкой. И так выглядит весь город. И я бы сказал, что данное решение это некий символизм, компенсирующий отсутствие адресов вообще в целом на карте. Arma 3 Altis. Вот таким вот образом можно хоть как-то ориентироваться по одной или по другой стороне улицы. Ну и также мне понравился подход авторов к внедрению модмейкерских зданий, как, например, вот этот вот магазинчик. И вы можете заметить, что он, в принципе, сливается с общей архитектурой. Вокруг белые здания с каким-то окантовочкой. И это модмейкерское здание магазина тоже выглядит примерно так же. Ну, максимально, насколько это позволяет вообще армская архитектура. Ну и от дизайна городов потихонечку переходим к карте и вообще к новым интересным механикам, которые есть на этом проекте, про которые мне хочется вам рассказать. Итак, смотрим карту. Карта как карта это обычная алтийская карта. Единственное, что, например, мне не особо понравилось, это хоть и уникальные и красивые иконки, но очень мелкие. Но это компенсируется совсем другим образом, который я вам хочу сейчас показать. Итак, карта. Во-первых, на карте есть и очень интересные объекты, которых э, мы тоже затронем. Так, например, здесь есть заводы, э, новые точки добычи, производственные цеха и целая сеть бизнесов, которая доступна любому игроку за внутриигровую валюту. Но этого мы коснемся гораздо позже. Сейчас просто о карте. И как же всем этим пользоваться? Ведь э, иконки же мелкие. И для этого разработчики внедрили сюда интерактивность. И интерактивность карты происходит через планшет, который выполнен вообще удивительным образом. Мне он напоминает э, меню из GTA 5. Примерно так же выглядит и там. Заходим в это меню, и здесь есть вкладка, посмотрите как это выполнено. Это вкладка работы с картой, на которой все перечислено попорядочно, по уровням уровни. Это тоже одна из интересных фишек данного проекта, которую мы потом опять же таки затронем. Все сразу вам не показать. Итак, посмотрите как это выполнено. Если вас интересует какая-то из точек, мы просто выбираем в списке. Рядом у нас есть мини-карта. Вы можете посмотреть на мини-карте, где находится и располагается эта точка. А можете перейти на большую карту, и там уже загорелась красная иконка, которая вас, в общем-то, и интересует. Также, возвращаясь обратно в это интерактивное меню, вы можете и узнать то, что добывается на данной точке. Например, мы выбираем какую-то следующую точку и выскакивает список того, что находится на этом точке, какие ресурсы вы можете там добывать. И даже количество этих ресурсов, но это уже отдельная тема. А мы возвращаемся обратно к этому меню. Допустим, вы нажали несколько точек, а интересует вас только одна. Их можно отключить. Еще раз нажимаете на ту же самую точку, которая вас больше не интересует, и она погаснет на карте. Больше она не будет мозолить вам глаза. Очень-очень удобно и интересно выполнено. Как я и говорил, очень много нововведений на этом проекте и очень много интересных и новых механик. Ну а мы с вами движемся дальше. И следующим э, хотелось бы вам показать начало существования на этом проекте. Таким образом, нам нужны колеса. Выдвигаемся в сторону. БУ транспорта, который здесь есть. Сама же точка продажи БУ транспорта выглядит вот таким вот образом. В общем-то ничего такого особенного нету. Но идем к боту к NPC-шке и вы можете заметить, что выскакивает табличка взаимодействия через Windows. Не как мы привыкли через колесико мышки, а через Windows. Здесь очень много взаимодействий выведено именно на Windows. Это с одной стороны и проще, но с другой стороны требует какого-то привыкания. Ну а далее сам автотранспорт. И тут, в общем-то, мне сказать нечего. Единственное, что транспорт сделан уникально. Видите, все машины, они такие покореженные, ну, в каких-то царапинах, и они пофикшенные. То есть не получится так, что вы купили БУ разбитая корыта и оно будет летать 200 км в час. Нет, у БУшного транспорта пофикшена скорость. Ну а сами модели вы видите. Я вам могу накидать примерно 5-6 проектов, где вот этот транспорт, который здесь выдается таким бомжам, как я, с самого начала, так вот, на тех проектах это виповские машины, которые надо покупать за, в общем-то, денежки, за реальные денежки. А здесь они раздаются просто так, вот для того, чтобы вы начали свое увлекательное путешествие по этому проекту. Ну и также я должен отметить, что при покупке транспорта, да и вообще любые расчеты у вас происходят по двум направлениям. Вы можете оплачивать по безналу, по карте или за наличку. А это значит, что больше бегать в поисках банкомата вам не надо. Ну а я выбрал вот такой вот автомобильчик. Я его уже показывал на нескольких проектах, он мне очень нравится, но, к сожалению, он везде стоит денег. Либо он требует VIP, либо он продается за рубли. Ну а здесь его раздают просто так. Ну вот так вот выглядит машинка, достаточно прикольная. На ней мы и поедем далее. А то есть мы плавно переходим к рабочим занятиям, которые есть на этом проекте. И скажу вам честно, что всю интригу я раскрывать вам не буду. Я покажу только то, что уже анонсировали разработчики и еще одно рабочее занятие. Все остальные вы сможете посмотреть сами самостоятельно после открытия проекта. Скажу только, что рабочие занятия очень уникальные, интерактивные. Так, например, здесь есть погрузка, визуальная погрузка автомобилей, но этого я вам не покажу. Да-да, вот такой вот я вредный. Но оставим мои личностные характеристики и переходим к рабочим занятиям, которые выполнены вот таким вот образом. Во-первых, нас встречает разъяснительное меню. То есть даже если вы вообще никакого понятия не имеете, где вы находитесь, здесь все вам разъяснят. Взаимодействуем с NPC и приступаем к работе. Причем то же самое вы могли сделать через планшет удаленно. Далее же вы можете заметить, что справа вверху загорелась табличка. Кстати, она сейчас наслаивается одна на одну, поэтому разработчики ее уже перенесли. Но на момент видео это было еще вот так. Это пошаговая разъяснительная табличка. Если вы знаете и разбираетесь в этой профессии, вы можете ее отключить. Но для новичка она будет всегда загораться по мере того, какие шаги вы проделываете вот в этом вот рабочем занятии. Если мы сделали какой-то первый шаг, табличка поменяется на следующую разъяснительную. Ну а если вы уже знаете, что надо делать, просто нажимаете и отключаете ее. Ну а меня же удивило отношение разработчиков вот к этим вот мелким деталям. Ладно, про таблички я уже все рассказал. Смотрите, в машине есть некий антураж. И эта работа требует лопату. И можно подумать, ну блин, надо сейчас бежать в магазин, покупать лопату. Нет, это тоже продумали. Вы садитесь в машину, и об этом написано в табличке. Заходите в инвентарь, и лопата там вас уже ждет. Просто забирайте ее. Не надо никуда бегать. Просто берите лопату и продолжайте работать. Ну и переходим к самой работе, которая в свою очередь представляет из себя уборку близлежащих территорий. То есть в города соваться нет никакого смысла. Города на проекте очень чистые, культурные и красивые, поэтому нам надо ездить по окрестностям и находить старые ржавые остовы машин и большие кучи мусора. Вот для мусора-то как раз и нужна лопата. А машины разбираются руками. Все это выглядит вот таким вот образом. Мы подъезжаем, видим валяется куча или машина и с ней взаимодействуем также есть и огромные территории, где это все можно найти, все сваленное воедино. Это такая вот, я не знаю, как это, лайфхак для тех, кто играет. Можно найти вот такую вот территорию, где, в общем-то, можно пофармить на славу. За каждое действие, произведенное на этой работе, вам падает опыт. И в зависимости от этого опыта, ваша зарплата в дальнейшем будет все выше и выше. И можно сказать, что, наверное, хвататься за все рабочие занятия может быть даже и нету смысла. Хотя, с другой стороны, для того, чтобы понять, что вам ближе, наверное, надо попробовать каждое рабочее занятие и уже определиться, где вы хотите себя прокачать. Вот, в общем-то, вот так вот выглядит одно из рабочих занятий, которых здесь много и которые вы сможете посмотреть, зайдя на этот проект. Ну а теперь давайте двигаться к следующему рабочему занятию. И по пути к нему хотелось бы отметить такой факт, что двигаться вы можете, как и я сейчас, на той машине, которую вы уже арендовали. Она будет ваша до момента, когда вы либо от нее откажетесь, она исчезнет через 20 минут, либо когда вы будете устраиваться, вот как я в данный момент, на новую работу. Тогда выскочит табличка и вам предложится отказаться от старой машины, которую вы арендовали, и получить новую. То есть, есть такая некая система, разгружающая сервер, не дающая накапливаться старому брошенному транспорту. Что тоже, я считаю, огромный плюс. Ну и вот работа. Работа доставщика. Выполнена тоже очень обалденно. Она напоминает мне чем-то проекты GTA, где тоже есть работа доставщика. В общем-то, она вот примерно так же и сделана. Мы получаем машину, Далее, опять же таки, читаем в ознакомительной табличке, которая говорит, что мы должны подъехать и получить э, груз. Подъезжаем на следующую точку и получаем груз. Груз выглядит вот таким вот образом. Открываем меню и там 10 сумок для доставки. Далее же наша задача поменять нашу сумку, которая у нас за плечами, на сумку доставщика и сесть в машину. После чего на карте загорится маркер который отображается достаточно ярко, и вот туда-то нам надо ехать. Тут я могу сказать, что несмотря на опять весь антураж происходящего, на прикольную машину, действительно прикольная, да, это Пил-50, по-моему, так называется, но вот точки, куда надо ездить, несмотря на то, опять, что они выпадают рандомно. Точка может выпасть и в километре от вас, но может и вот как у меня на карте, то есть через всю карту. А ехать вот на этой машинке прикольно, но недолгое время, потому что она хреново управляется. Действительно хреново управляется, она не скоростная и ездить на ней, ну, такое, я бы сказал, сомнительное удовольствие. Первые там минут 10-15, да, прикольно, но если вы хотите пофармить, то вот на такой машинке это, ну, я бы сказал, такая реальная работа. И точки, вот, они могут выпасть и в 500 метров, и в километре, но вот мне за мою работу на этой специальности выпадали все время по 15 километров, вот, с точки, а с конца карты на конец карты гоняешься, ну, и еще раз скажу, что такое себе занятие, ездить вот на такой машинке, может быть, в дальнейшем разработчики и поменяют транспорт, хотя он выглядит прикольно. Ну вот тут надо иметь соотношение прикольный транспорт или удобный транспорт. А может быть есть смысл сократить вот это вот выпадение рандомных точек в районе одного какого-нибудь города. Ну не знаю, пока это выполнено вот так, и мне нравится то, что я вижу. Да есть какие-то, может быть, нюансы, которые э, имеет смысл, может быть, поднастроить, но выглядит все очень здорово. И вот эта погрузка э, сумок и разгрузка, причем разгружаться можно как заходя в этот ларек, так и прямо через окно. Но единственное, что вот надо не забывать постоянно менять сумки, чтобы загорелся маркер, и в конце не забыть забрать из багажника свою сумку, иначе она останется там. Вот такое вот интересное, на мой взгляд, э, рабочее занятие, которое есть на проекте Prime Life, который откроется в ближайшее время. Ну а я буду заканчивать эту серию, у меня есть еще много, что вам можно показать. Поэтому, если вам интересно, ставьте лайки, оставляйте свои комментарии, подписывайтесь на группу ВКонтакте проекта Prime Life, ссылочка будет в описании. Ну и увидимся в следующей серии. Следите за новостями, скоро открытие, ну и всего вам. Доброго.